Офигеть. Офигеть, просто офигеть. Хоба, всем здорово, с вами как всегда ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть Poppy Playtime, третья глава. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм, это очень важное уведомление, плюс расписание. В общем, друзья, остановились на том, что, блин, Dog Day — это, конечно, ужас, мне его так жалко, ребята, и сейчас вроде как нам нужно идти в кабинет советника. Вот, так, во. Вот он ключик, ребята, вот такой вот он у нас. Кабинет советника, где он там находится? Сейчас мы, если что, найдем. И кто такой Олли? Вот это тоже вопрос, ребят. Так, как ты думаешь, это вот его? Ну-ка, давай попробуем. По-моему, он, не? Сейчас посмотрим, друзья. Да, да, это он. Все, погнали. Блин, интересно, кто же здесь-то будет? Ой, столько много вопросов, друзья. Ну, кто вот может быть Олли? Хм. Так. Кэнди Кэт. Снеки. Ладненько, понимаю. Так, что у нас здесь? Угу. Так, 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 так. Давай смотреть, дружище. Что у нас тут? А, там, смотри, уже дым. Кстати. Друзья, там уже, если что, дым. Между прочим. Так, нам нужно, смотри, батарейку надыбать, да? Тут закрыто-закрыто, но... А тут у нас что такое прячется? О, все, найс. Блин, все равно так темно, я не знаю, ребят. Так, что у нас тут? А, кассета. Кассета, 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 кассета. Вставляем. 8-8. Это вот такой вот телек маленький? А, сейчас будут типа говорить сотрудники все там. Алярм. Данное сообщение предназначено для всех сотрудников Playtime Co. 11.01 по восточному времени неизвестная враждебная сила объявила здание их на территории Playtime Co. Сотрудникам немедленно приступить к аварийной эвакуации. Оставьте личные вещи. Не взаимодействуйте с враждебно настроенными субъектами. Если путь к выходу нет, ищите укрытие. Накройтесь подушками или одеялами и сохраняйте молчание. Не смотрите в окна. Никому не открывайте дверь. Избегайте зрительного контакта с... Капец, слушай, это, я так понимаю, нифига не помогло. Но самое... Открой дверь, и наступил часть радости. Че? Крути двери, наступил час радости. Угу. Чё-то как-то это подозрительно, ребят. Но это сообщение, я так понимаю, даже не нам, а именно показывали, транслировали, когда тут работники были. И типа их вот так вот заскамили. Типа, откройте! Откройте, ребятки! И там они открыли, и все, их нету. Не, ну, все равно же это... Я так понимаю... Не то, что даже спасли, да, их. Так, тут батарейка нужна, хелп. Погоди, это тот момент из трейлера? Ой-ой-ой-ой. Что за... О, Бонза, Банни. Ух, котярик! Ладно. Что мне до этого кота? Да вот, батарея, братик. Забираем я туда все, блин. Пытаюсь. Так, найс. Ну, я так понимаю, ран, беги. Жесть. Но самое удивительное, что мы человеческие кости только один раз видели, где вот именно алтарь этого кэтнепа был. Вот это самое удивительное. А так трупов вообще никаких нет. То есть, понимаешь, в чем прикол? Тут были работники, либо они сбежали, много сбежало, либо, не знаю, трупы... Пожрали они там или что-то такое. Ну да, им пытаться-то надо было. Господи, сейчас будет это, да? Там сейчас будет? А, нет? Странно.
В общем, блин, игрушка имба. А. Нет. Вот нам сюда. Найс. Сохранение. Опять! Опять шахты! Ну ладно. Окей. А у нас вот есть, кстати. То есть там мы, если что, будем прыгать. Смотри, то есть надо сюда электричество подать. Прямс. Нет, так не работает, дружище. Так, мы тут отпускаем. Не, ну я говорил, блин, головоломки, это просто имба. Ребят. Так. Ну нам хватает еще как. Такс. Такс. Все, хорош. Легко решили. Так, ну и все. Опс, опс. Сохранение. О, май. Так, давай-ка вот эту руку сейчас. Пам, пам. Как тут простить-то, блин? Что за офисы, офигеть? Таги. Стелла. А, смотри, тут магнитофон. Так, надо кассету, ребят, найти. Надо найти где-то кассетку. Блин, тут столько много деталей, понимаешь? И иногда... Иногда вот она прям на видном месте. Раз и все. Так. Давай, вставляем. Посмотрим, что тут у нас. Мистер и миссис Хартман! Прошу, садитесь. Как вам путешествие под землю? Такого мы не ожидали. И слова мистера Людвига еще раз убедили нас, что мы хотим остановиться именно на нашем... Знать, о да, у нас тут волшебно. Я ощутил это, как только переступил порог. Ты только открываешь двери приюта и уже понимаешь, что ты отсюда уже никуда не уйдешь. Мы имеем чувство, когда ты еще ребенок, находишь свой дом. И мысленно возвращаешься. Как я вижу, намерены подарить Джереми дом. Да, мы также готовы на оформление опеки. Прекрасно, вы станете идеальными. Оу. Что? Возникли кое-какие сложности. Complications. Сложности какие? Complications. Не знаю, в форме написано... Тест? Что это значит? Скажите, что это значит? Мисс Грейбер, нам кажется, мы заслужим адекватное объяснение от вас. Разве нет? Вы же руководите этим процессом, как вы можете не знать? И почему мы узнаем его только сейчас? Я не знаю, прошу прощения. Ну, короче, тестинг, это значит тестируется. В общем, он тестируется, то есть эксперименты проводили. Офигеть. А зачем тогда, типа, какая-то опека? Это, ну, это может, как бы, типа, для прикрытия, на самом деле, да? Чтобы никто ничего не говорил. Но по факту, реально, там же дети просто пропадали, и все. Ну, как бы, их тестировали, и все. Жесть. Так, стоп. А, я не могу сюда зайти. Тубзик. Тубзик, нам не сходить. Так, то есть... Да ну нафиг, сейчас я еще ключ должен искать. Блин, вот в этой игре единственное... Ля воняет! Мухи. Поджигаем мусорку. Ай. Так. Где ключ? Где может быть ключ? Давай посмотрим. Тут просто много деталей, так что это капец. Первое правило, ребята. Когда не знаешь, что делать, просто смотри наверх. Офигеть. Ну, я, если честно, не ожидал, что там ключ будет. Я думаю, надо будет просто наверх пойти и все.
Пиу-пиу-пау. Так, единорожечка. Приветик, я Хитророк. Поможешь мне с картиной? Передай синий. Спасибо. Можно немного красного? Больше красного. Выйти нам нельзя наружу. Ты прячешь красный... Да ну! Знаю, что да. Нифига себе, вот это жестко. Так гораздо лучше. Жесть! Они тут посходили просто с ума. Офигеть, да блин, в каждую комнату можно зайти, посмотреть, что там у нас делали. Что было. Даже почитать, наверное, если приблизить, если на 4К играть, ребят, может, и можно разглядеть, что там в записочках. Тут, наверное, секретов капец. О, ля, так у нас же такой же лифт в падике был раньше. Старый-старый лифт. Офигеть, круто. Так. Ой, что-то мне не нравится. Час. Радусты. Так. Вопрос. Куда? Ну, наверное, сюда. Да, тут прям смотри какая. Нет, туда нельзя. Эти вентиляции меня всегда пугают. Так, тут ничего. Это там проходим. Так, по идее, мы сейчас должны с Кэтнэпом встретиться. Ну, то есть... Его, наверное, даже захреначить. Я вот точно... Опс. Ай-яй-яй-яй-яй. Пошел дымок. Пошел дымок, ребятки. Вы посмотрите. Так, что у нас тут? Чего? Батареечка? Так, тут закрыто. Закрыто, но... Там что-то... А, там опять головоломки. То есть, ребят, ну сейчас начинается это все. Так, смотрите, отсюда мы вытащили. Что у нас получается? Блин, я просто нифига не вижу. Нифига не вижу. О, стул. Стульчак. А, вот так вот, значит, да? А в смысле тут что? А, тут везде щитки. Блин, ничего не видно с этим противогазом. Ребят, и тут щиток. О, найс. Открылась дверька. Сохранение. О, тут можно хоть снять маску. Это капец, ужас какой-то. Блин, вот эти головоломки, это круто, а... Так-то по факту работники реально проходили каждый раз так? Или чё? К чему это? Или тут реально тестировали детей вот с этими гроппаками? То есть выдавали им и... Они типа вот так вот занимались... Не знаю. Это интересно на самом деле. Круто. Так, чего? Чё ты пипеликаешь? Пик-пик. Так, что у нас тут вообще такое? У нас тут лифт. Ага, он спускается. Он спускается, лифтик. Так, хорошо. Давай. Поднимаемся. Но я думаю, что тут не все так просто. Ну не все так просто, друзья. Легко бы было, легко бы было. Так, давай смотреть. Значит, во-первых, понять дело, тут проходит, видишь, рука, поэтому прям... Кстати, пушку можно направить, да? Да, можно ее направить, если что, друзья. Как-нибудь по-особенному, ну, не знаю. Так. Раз. Два. И тут у нас... А, смотри, вот... Интересно. Так, ну давай попробуем. Попробуем. Давай сначала так. Тан-тан-тан-тан-тан. Так, и что у нас случилось? А! Ага.
Вот. Ты что, застрял? Нифига себе. А, то есть тут надо с одной платформы на другую. Прикольно вы придумали. Ничего себе. А как это сделать? Секунду. Он просто, видишь, что... Тихо. Фух, ха-ха, прикольно. Так. А, тут у нас, смотри, батарея. Кстати, тут нормально все. Уи. Фига она разбилась. О. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, блин, обосраться можно было. Прямсик. Так, в общем, надо было открыть вот эту вот дверь, ребятки. Все, мы ее открыли. Дальше что мы с тобой делаем? Мы быстренько делаем вот такс. Рука у нас дрем. Так, отлично. Ну-ка, 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 ну-ка. Пым. Все, тут найс есть. Такс. Батарейка есть. Ну, правда, нам придется сейчас еще анбоксинг, я так понимаю, сделать. То есть чисто ее разбить. Тут короб. Так. Все, найс. Это сюда. Пом. И давай сюда. Все, отлично. Так, лифт быстрей. Ну, слушай, вообще крутые головоломки. Мне очень нравятся, ребят. Ну, блин. Ты погляди на это. Так, найс. И все. Все, парабам-барам-бам-бам. Так, ну теперь нам надо запитать. Вот в чем прикол. Поэтому, ребят, что мы делаем? Пам. Пам. И пам. Все. Ура! Что за музыка? Сохранение. Что за джаз играет? Погоди. Так, я вижу уже туман. Что бы я делал без фаера вот этого? Так, сохранение. Понимаю. Беги. Да, бежим. Ничего себе, блин! А, это все по скрипту, ребят. Все по скрипту. Найс. Я уж думал, я как-то... Как я вообще его... Он просто неожиданно. Отыщи цветок. Поппи. Отыщи цветок. Из таких мест обычно не возвращаются. Нам чисто показывают, ребят, как в начале все это было, да? Мы сейчас просто вспоминаем это все. Ты хоть знаешь, что делаешь? Да, это вообще первое... Первая локация. Только-только мы на завод этот пришли. Да, знаю. Вообще все знаю. В скобочках нет. Непонятно вообще ничего уже. Но это круто. Так. Знаешь, что здесь произошло? Да. И ждите. О, там, смотри кто. Да, мы знаем. Знаем, ребята, что тестировали, значит, и детей. Ну, не только детей, я думаю, там и взрослые, и все дела. Ты знаешь, кем мы как... когда-то были? Да. Детьми. Да мне кажется, это уже каждый догадался. Просто, ну... Там сколько было, их первый, второй... Понимаешь, почему мы должны... Положить этому конец.
Ну, на самом деле, кстати, Поппи может действительно как бы тоже отомстить, может, как-то хочет все-таки. Потому что она действительно была ребенком. Да, они все детьми были. Ты понимаешь, что сон, а что явь? О, все, ходить можно. Не, еще нет, еще нет. То есть тестировали детей, помещали в игрушки. Это ужас, осуждаю максимально. О, Поппи. Хаги. Точнее, Хаги-Ваги. Поппи, ты изменилась последней нашей встречи. Это Хаги-Ваги, ребятки. Ой, там жесть, крики просто. Так. О, это я просыпаюсь, ребят. Прототип. Фига. Чисто ручка. Ну, блин, нам больше другого ничего не показывают. То есть, вот чисто вот... О, звонит. Ну, наконец-то, Олли. Олли. Ловит связь. Проваливай из приюта, иначе тебе... Конец. Ух, нифига себе. Ага. Ладно. Сейчас иду. Вон, она сразу закрылась. Так. А, ну то есть... То есть все? Как бы вот мы это увидели и все? Да, дальше загрузка идет у нас. Да. Опять? Ну как нам позвонил? Почему Кудрёма нам позвонил? Как это вообще получилось? Это же вроде уже... Что-то пошло не так. Подбери шнур из кабинета советника. Подключи его к питанию. Нам нужно дойти до 100%. О, до 100%, ребят, да ей же. Все, сейчас уже походу финал будет. Так. Где? Шнур советника. Вот он. Тим-тим-тим. Давай, давай, подбирай его. Что там? Все, найс. Блин, нифига не вижу, ребят. Ну нифига не вижу. Вот сигнальные файеры у нас есть. Так, сохранение. Процентов игровая. Опачки. Еще у нас ключик. Смотри. Магазин игрушек. Подключение отсутствует. Школа. Подключение отсутствует. Отметка осталась. То есть игровая. А, погоди. То есть мы сейчас можем... Ну-ка, погоди. А мы игровую-то подрубали, не? Ребят, давайте посмотрим. Джой. Так, ключик нам дали. А, погоди. Или нам надо генератор, где Поппи врубала? Помнишь, это было? Тинь-тинь-тинь. Блин, тяжеловато тут как-то. Пом-пом-пом-пом. О, слышишь звук? А, вот! Все. Вот и последние проценты. Короче, легко все. Все изи. Ну это они прикольно придумали. Такс. О, ура! Теперь энергии должно хватить. Теперь принеси эту большую зону генерации, и мы... Ооо! Эта дверь недалеко от вагонетки. Удачи! Вагонетки, вон она. Все, погнали. Ну, когда первый раз мы с тобой ходили, в общем. Там, помнишь, я еще такой говорил, что... А че там же еще вот должна быть энергия, вроде как. А ее... Только сейчас, только вот, вот всю игру надо пройти, всю третью главу. Только тогда, видишь? Так... Но мне кажется, сейчас Кэтнэп офигеет.
Чё-то у меня есть такое предчувствие. Что за... О, нет! О, нет! А что мне... А как мне... Офигеть! Офигеть! Просто офигеть! Капец какой-то! Он на Горфилда похож, кстати, ребят! Рано щищу тебе. Да знаю, знаю. Офигеть! Он не дал мне вставить батарею? Или это я случайно, короче, ребят? Сейчас. Мы все сделаем. О. А, не, погоди. А, стоп! Стоп. Вот какие-то провода. Вот кнопка. Все понял. Дружище, привет. Капец, он просто... Посмотри на него! Боже мой. Не надо на меня так смотреть. Чисто... Ужас, просто ужас. А что там впереди будет? Ой, не надо. Ух, хоть загрузка. Ладно. Я уж боялся, что... Так, давай смотреть, что тут вообще такое происходит. О. Так, тут, короче, телек. Вот кассета, кстати. Давай посмотрим. Прототип. Код для входа 24459. Отношение эксперимента 1006. Прототип. На каждой сессии он упрямится и молчит. Но мне все равно удается добывать свежие данные. Сегодняшнее открытие. Конец записи. Вижу, ты готов поговорить. Я имею вопрос. Слушаю. Вы что-нибудь чувствуете? Что ты имеешь в виду? Вы нас пытаете, избиваете, разрываете плоть. Это доставляет вам какие-то эмоции? Внутри тебя есть тайна, 1006. Эта тайна бесценна. Я режу жгу ради того, чтобы разгадать эту тайну, и с каждой процедуры я становлюсь ближе к разгадке. Ты можешь молчать или говорить, сдаться или бороться. Это не важно, с каждым днем узнаю о тебе все больше. Это приводит меня в восторг. Спасибо. Ты благодаришь меня? Конечно. С каждым днем узнаю о вас все больше. То есть, смотри, в чем прикол. Прототип может разговаривать разными голосами. Разными. И он в конце чисто как он заговорил. Это жесть. Ну, конечно, да, тоже они, блин, видишь, режу, жгу, блин, это ужас. То есть прототип может спокойно подделывать голоса. Да, тут надо подумать. Так, что у нас вообще происходит? Скоро появится код дремот, приготовься. Погоди, в смысле приготовься? Стой, секунду. Ну, слушайте, в принципе, все легко, ребят, смотрите. То есть тут мы отгоняем дымком кота... Видишь, тут, там, стрямс. Все, найс. Если что, друзья, сразу открываем вот эту штучку. Переключаем. Быстренько. Опс. Все, здесь тоже дымок пошел. Как-то так, ребят, работает. Чтобы здесь запитать, просто-напросто, опс. Вот сюда вот. И вот сюда. Все. А у нас тут справа и слева вообще все идеально. Так, ну все, погнали. Погнали, друзья. Так, все. У нас, видишь, сколько времени осталось. Так, короче, глядим. Тут можем не париться, а вот спереди, так. Он сюда переходит. Какой, смотри, хвостиком виляет, недовольный. Ну, я котиков-то знаю. Че, идет? Опс, походу идет. Походу, ребят, идет.
Такс. Ну, извините. Немножко мы с тобой чуть-чуть тренируемся! Еле-еле успел на самом деле! Капец, это было очень близко. Это было очень близко, ребят. Это было очень близко. Еще быстрее. Вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся. То, что у нас теперь уже три тут дверьки. Так, все понял. Такс. Такс. Все, найс. Смотрим, смотрим, смотрим. Минута два. Короче, две минуты остаются. Нифига себе, блин! Блин, ну мы лаки просто, ребят, это жесть. Ну, короче, видишь, дают нам право на ошибку, это все фигня. Рамс. Рамс. Все, быстренько. Мы это делаем. О нет, о нет, о нет, о нет. Следующую батареечку. Где он? Ага. Все, найс. Капец. Блин, еще батарейку, да вы че, блин? Так, он переходит. Куда, куда-то идет? Странно. Куда идет? Еще минута, ребят. Че, если что, минута? Так. Слушай, он и там ходит. Ты че, блин, творишь, а? Так, смотрим, 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 где он? О, нет. О, нет. Где он, где он, где он, где он, где он? Уже нифига не понимаю. А че он просто ходит? Че он ко мне-то не заходит? Дружище. Он просто кругами наматывает? Блин, я думал, будет посложнее, но ладно. Ну, смотри, он просто ходит, и все, виляет хвостиком, не может определиться, что ли. Я просто думал, что он должен к нам подходить постоянно, и все. О! О! Хорош! Есть, ребят! Офигеть! Прототип? Руку давай. Какой он довольный! Вот тут он немножко, наверное, прифигел. О, блин, происходит. Вот тебе и прототип хороший, да? А он его, между прочим, очень-очень чтил. За божество считал. Вот так вот. Так, ну чё? Чё у нас дальше? Ребят, давайте смотреть. Знаю. Так, давайте. Слушай, мне кажется, у меня есть такое подозрение, короче, что у меня немного забаговалось. То, что потому что... Чё он кругаля туда-сюда наматывал? Он, по идее, должен был идти, чтобы мы туда-сюда парились. Странно это. Я, если что... А тут вообще сложности, по-моему, нету. Так что я ничего не менял, ребят, ничего это не делал. Если что. Офигеть. Так, ну чего? Нам, видимо, выходить надо. Тин-тирин-ти-тин-тин-тин. Опс. Да. Все. Ну, прототип, конечно. То есть он умеет изменять голоса. Смотри. Плюс, я не знаю, почему он кэтнепа просто чик. Он ему не помог. То есть я думал, он ему чисто его сейчас заберет и все. Типа спасет. А он его раз и все. Что, блин, за фигня? Так, сохранение. А, вот ну вот теперь мы можем, я так понимаю. Вот теперь мы можем, ребят, кое-что сделать. Ну давай, ну засовывайся. Засовывайся. Одну, или чё?
Нет питания, офлайн, он говорит. О! Что-то как-то не с первого раза. Ладно, вроде все правильно сделали. Так, пошло, пошло питание. А такой батареечки-то точно все будет гуд. Я так понимаю. Или что? Или вы мне предлагаете там еще раз вот этим вот позабавиться? Трямс. Давай. Работай. No signal, говори. А, ну все. Все. Найс. Так, что по питанию? Сейчас колба у нас, значит, переливается влево. Слушай, ну какую крутую они голову сделали, а? Еще и прототипы показали, рассказали. Офигеть. Слушай, а где Поппи? Где Кисси? Вы где вообще? Так, да будет свет. Ну что? Сюда нам? А где ты? Отлично, ты здесь. Катадрема больше нет. Красный... Все возвращается на круги. О, кстати, батарейка. Если мы пойдем дальше, тогда... Тогда следует тебе знать правду. Вот она. Я не видел ее. Ты здесь из-за своих коллег. Ты хочешь знать, что произошло и почему? Это и есть ответ. Мы называли это часом радости. О. А, она включила, смотри. Час радости. Итак, ребят, сейчас мы поглядим, что же это такое. О, люди, смотри! Опа, Хаги проснулся! Как они круто сделали, ребят, смотрите. Побежали, родные. Хаги развлекается там. О, мамочка, длинные ножки. О, она просто трямснула, просто с большой высоты. Опс. Офигеть, слушай, это очень жестко, это прям очень жутко. Капец. А это учителя, смотри, сколько их. Смотри, прям сколько их дофига. Бокси-бу. Это для них час радости, прикинь, был. Вот что такое час радости. Вот Кэтнэп ходит, офигеть там просто. То есть для них радость была вот чисто отомстить. Офигеть, просто смотри, сколько труп. А где они были-то, вот вопрос. Их что, всех пожрали, получается, потом? Офигеть. И даже тут. Поппи, ты тоже? Ты тоже к этому причастна, да? Ну-ка, говори быстро. Офигеть. И я помню все в мельчайших деталях. И тот звук продолжался так долго, что становилось тошно. Они пробовали прятаться, убегать, да все что угодно, лишь бы выжить. Я помню их крики. Что происходит? В чем дело? Что это за штуки? Это было массовое убийство, бессмысленная бойня. Они убили всех. Невиновных, виноватых, им было все равно. Все эти смерти ни к чему не привели. И потом, когда резня кончилась, они утащили тела вниз, где их никогда не найдут, а потом они сожрали эти тела, чтобы выжить. Ой, Кисси-Мисси пришла. Прототип должен умереть за это, за все. Ну-ка не... Что такое, футболистка? Так, я, конечно, понимаю, а куда эту батареечку, вопрос? Там просто, по-моему, гнездо было, кстати. Сейчас, погодите-ка. Как только доберемся вниз, лифт отправим наверх. Держись крепко.
После тебя. Так, я понял. Короче, смысл в том, что, ребят, надо сейчас поглядеть, что у нас там. Так там же вроде как это... Ну, давай посмотрим. По секунду. Экс. Опа, еще магнитофончик. А, да... Так, то же самое. Какого, блин, фига? Мы же тут, помнишь, были... Что, блин? Хвататель 2.0. Рабочий позатотип. А у меня типа его не было. Так вот почему у меня темно было, ты хочешь сказать? Почему фонарик не работал? Потому что как-то забаговалась игра и... Ребят, вы прикиньте? Вы просто прикиньте? Я в шоке. Я, конечно, в шоке немножко. А как это получилось? Как это вообще могло произойти, ребят? Типа, что я хвататель, типа, не брал, и у меня не было фонаря... Ну, ладно. Проехали. Я еще, помнишь, задавался вопросом, что за фигня? Так, ага. Интересно. Да ёшкин кошкин. Сейчас, вот. Погоди. Let's go. Киси, пока. Как только приземлимся, надо осмотреться. Там что-то... Что? Что она делает? Это не... Он там орёт! Нет, нет, нет! Мы идем, держись! Ну уже быстрее! Киси! Ну, тут понятно, ребят. Прототип, да? Блин, и это все. Я думал, сейчас мы увидим прототип прям, я не знаю, возможно, в полный рост. Но, к сожалению, нет. К сожалению, друзья, нет. Но это просто офигенно. Это просто офигенная игра. Вы понимаете, насколько это круто? Это просто великолепно. Просто великолепно все это. В общем, друзья, мне... Третья глава больше всего прям понравилась. Действительно. Первый, второй. Блин, ну как страшно вот это было, да? Оказывается, их тела вниз скинули, потом сожрали их. Ужас. Ужас просто. Я, кстати, вот этого не понял прикола, вот этого бага. Оказывается, у меня грэппак по ноль, как бы... Вроде как он и был, да? То есть мы могли там все переключать и так далее. Но в один прекрасный момент, помнишь, я спокойно продолжал игру, и, может, от скримера там мы померли, и я просто подзагрузился, и я не знаю, как это произошло, но я, помнишь, говорю, а чё ж фонарика-то нету? Ну чё ж его нету? И он... Ну не знаю, может, я что-то не понимаю, ты напиши. В чем прикол? Что это за прикол такой? Блин, ну эта студия просто великолепна, ребят. Только не говорите, что мы следующую главу будем ждать год или два года. Пожалуйста, только не это, только не это. Я хочу это побыстрее увидеть, наконец-то. Слушай, а четвертая, интересно, заключительная будет или нет? Или там еще, думаешь, что-то придумают все равно потом? Но то, что вот... прототип, ребята, в конце все-таки уничтожил Кэтнэпа, это очень странно. То есть, ну, странная фигня на самом деле. И Олли вот этот вот, Олли. Кто такой Олли? А может, это и есть прототип, слышите? Потому что он умеет изменять голос, ребята. Вы подумали, кстати, об этом? Кстати, прототип, смотри, сколько много озвучивало. Слушай. Он же, получается, умеет спокойно пародировать голоса. Мы посмотрели эту кассету. То есть, я веду к тому, что Олли нам помогает, а это прототип. А почему он помогает? Что прототипу это выгодно, скорее всего. То есть уничтожать эти игрушки, да? Хотя почему сам прототип это не сделает, да?
Не, ну, возможно, типа, другие узнают игрушки про прототип, что он там всех калечит. Ну, плохих именно игрушек. Вот, не как Киси Поппи. Вот. А именно вот плохие узнают то, что прототип, оказывается, их тоже там уничтожает. И будет все не так задумано. А так, получается, мы тут пришли, разбираемся, каждого уничтожаем, и прототип пополняет коллекцию. Он просто-напросто берет там запчасти. Ну, я не знаю. Я не знаю, конечно, ребят. Это вот чисто предположение, что может быть. Но игра просто великолепна. Слушай. Я не могу это не повторять, потому что это же просто офигенно. Какая же эта глава офигенная. Так, а интересно, после титров... Нет, там ничего не такого нет. Ну, там, в принципе, мы посмотрели. В общем, ребят, поиграли мы с тобой. Обязательно поставь лайкосик. Залетай в Телеграм, это очень-очень важно. На этом все, бай-бай, дорогой братишка.